Ну что, ребят, всем привет, это снова я, это снова вы. Сегодня у нас видос у нас сегодня по Apex Legends. И что я хочу вам сказать. Ближайшие пару дней видосов не будет, не будет его как минимум в пятницу. Возможно, он будет в субботу. Все потому, что я переезжаю. И процесс это, ну, примерно в день длиной. Компьютер я, конечно, сразу распакую. Но в целом видоса, скорее всего, не будет именно в субботу. Такие дела. Скоро у нас будут довольно интересные новости по Warzone, поэтому, опять же, не пропускайте. А сегодня у нас видос по Apex Legends. И эта катка — иллюстрация того, почему такие люди, как Шрауд и многие другие, называют Apex лучшей королевской битвой на текущий момент. Все очень просто, на самом деле. Если не считать тот факт, что сами по себе разработчики не то чтобы очень расторопные, за все время Apex они только набирают аудиторию. Ее становится только больше, в отличие от того же Warzone, который хайпанул и аудиторию только теряет. Или Fortnite, который 2 года набирал аудиторию и сейчас медленно-медленно, но опять же верно, эту самую аудиторию теряет. В то время как Apex ее набирает. И дело тут не в том, что там нет читеров или в том, что там нет багов. Нет, просто всего этого там немножко меньше и не в таких масштабах. То есть баги есть, но их не так много, они не такие критичные. Или читеры есть, но их мало и они на высоких рангах. И эти же читеры, они не мешают обычным людям играть. Такие вот дела. Ну а как мы сегодня с Йочи поиграли, получилась довольно забавная катка. Мне кажется, это яркая иллюстрация того, насколько забавно играется в сам Apex Legends. Поехали. Ну, сюда падают люди. Ну, что-то все разлетелись как-то странно. На зелень падают. Насяльника, я могу стрелять. Не виси нахуй. Да, давай это мы кринжометр не будем зашкаливать. Нормально, че, давай, Короче. Да я заблудился. Подожди. Там вот, ребята. Да я понимаю. Иди на пинг, иди на пинг. О. Спрыгнул. Он убегает. Очень много дал ему. Килимся. На мне. Мне хелпа нужна. Да попади ты в нее! Спасибо. Я ему давал шанс, понимаешь? Я стоял и наблюдал все это сверху. Да, конечно. Как это пули летели то вправо, то влево, то там пощекочет. Тут. Ну нам туда надо лететь примерно. В ту сторону. Ты видишь кого-то? Пока нет. Вот они. Сколько дал? 70 разбил по камеру. Я на крышу. Давай, я с тобой. Ой, тут еще отряды. Тебя взорвали. Давай. Одного. Прямо в поле. Убил. Разбил. Очень много дал. Дай ему. Я хилюсь. Дай один. На тебя упал он чел. Он ко мне прилетел. 70 дал ему. Разбил. Лоу хп. На мне двое. Тебе нужна хелпа. Рахнул. Разбил. Убил. Ля, какой. Глянь на этого убийцу. Он спидфайр золотой. Есть щетка на дробовик? Какая еще щетка? Щечка. То ящики, то щетки какие-то. Алло, Забавно, что вроде никого. Хрнак с 3 склада. Так же бежали, наверное, в эту сторону. Можно еще вот так побайтить. Алло, горожане, соотечественники. Здесь откуда-нибудь вылезут. Вот они лезут наверх. Голба тут, вот это вот на того. Один упал. Она. Это бамбузл, что ли? Да, это бамбузл. Один на крыше, на позивке поднимается наверх. Один в доме. Двое. Харайза на мне. Разбил. Практически. Сейчас взорвутся. Ой. Еще один, опять. Упал. Давай.
нас сзади чел. Ворвал на сотку. Жить. Кто-то занят. Давай. Горят. Давай. Выходим. Let's go! Horizon наверху. Давай ее. Дай! Кто-то взорвал. Пришлось убить. Да ёб твою мать, здесь очень много народу. Подзаряжу щиты. Волк, перед нами, автан. У меня патрон, по-моему. Я съели. Хорош! Вот здесь еще там. Есть возможность меня понять? Хорош! Так это где? Я вот я. У тебя еще gold backpack. Я типа овощи сейчас кину. Вот это бы мне, конечно, gold backpack. У нас пришел еще один. Ты разбил. Давай. Или собрал. Тут еще какая-то штука. Все, последний отряд остался. Где же наш чемпион? Последний. У нас тут чемпион. В смысле, не ты чемпион? Ай, правда, нет. Это не... Тома. Там серьезный парень, походу. Да. Вот он. Ого, у скрайбера! Не, я так дальше лететь не буду. Там в белом арморе, если что, справа. Видишь его? Вот этого надо зажать. Вот этого левого. Вот здесь стоит за камнем. Вот этого за камнем. Не, берись вот это. Тебе скрабер дадут сейчас вот сюда. Именно. Кто драться дальше? Где эта дрянь? Куда он убежал? К своему, наверное. Вон он летит. Упал. Разбил. Кто тут есть? Зай, в уборе! Вот он! Помоги! Понял. Зай, летит Октан. Ну да. Это твой, зайка. Ну это тебе, блядь! На! Бля, какой, я заснял это. Сейчас звоню в полицию. Ну здесь очень быстро люди умирают, и, блин, это мясорубка, это жесть. Как я там выжил после какого-то твоего реса? Ты там умирал? Я не знаю, на тебе стоят челы, ты ресаешь, и я дальше фэшишь. И опять. Как? А я типа арморы снизу валялись какие-то, я их свапал. Я же там в синем арморе бегал, потому что на полу синие арморы валялись.